Всем привет! Сегодня я вам расскажу про вещь, которую я приобрела довольно давно, но начала заполнять ее совершенно недавно. А именно, это книга. И это не просто книга. Я уверена, что много кто из вас находил ее во влогах разных других популярных блогеров, но я сегодня решила рассказать вам о ней более подробно. Эта книжка, она существует как в твердой обложке, так и в мягкой. У меня она на украинском языке, но оригинал этой книжки, он на английском, и он называется Rexy's Journal. Или же по-другому «Уничтожь меня», или как у меня «Знищцей щеденок», «Уничтожь» — это дневник. Автором является Кэрри Смит, женщина с невероятным творческим потенциалом, и, по сути, сама книжка является очень творческой. Здесь вам нужно выполнять разные задания, которые вы можете выполнять как буквально, например, «Найди способ надягнуть цей щоденник на себе», например, «Найди способ одеть этот дневник на себя», или же вы можете выполнять его, по сути, так, как вы это поняли, так, как вам это нравится, так, как вам это удобно. Я начала заполнять ее буквально несколько дней назад. У меня уже есть вот такие вот красочные страницы. Вот. По сути, автор предупреждает о том, что во время работы с этой книгой ты можешь ее испачкать, ты можешь ее поломать, порвать, порезать и сделать в ней совершенно абсолютно невозможные, невообразимые вещи. На самом деле, эта книга очень классная, я узнала о ней у одной девочки, которую зовут Даша Кузнецова. Далее я прочитала про нее и находила разные другие видео, как ее заполняют другие люди. Она является очень популярной в прошлом году, в этом году. На самом деле, книжка, она стимулирует тебя развиваться творчески, смотреть на мир более креативно, и она подходит как для взрослого, так и для ребенка, и это очень, мне кажется, интересный и прикольный подарок, потому что, подарив это, ты кричишь человеку о том, что ты творческий, и ты давай реализуй себя. Здесь есть куча совершенно разных, абсолютно невероятных заданий о том, как можно уничтожить этот дневник или сделать его более красочным. По сути, вам для этого нужно краски, карандаши, не знаю, наклейки, ножницы, ваша фантазия, все что угодно. Вы даже можете взять свои старые ботинки, потоптаться по этой книжке, там даже есть такое задание. Вы можете воспринимать то, что в ней написано, как буквально, так и так, как вам хочется. Каких-то определенных правил для заполнения этого дневника, этой книги нет. И я думаю, если вы вопьете в Инстаграм или, не знаю, ВКонтакте, в Фейсбуке, в YouTube, хэштег Rexy's Journal или «Уничтожь меня», вы найдете массу прикольных, ярких страниц этой книжки, которые делают люди. Я думаю, что я тоже буду выгружать чуть-чуть побольше. Я начала вести ее буквально недавно, как я сказала, и у меня уже есть первые порезанные штучки. Денис уже, скажу по секрету, хочет вести ее параллельно со мной, но я ее никому не отдаю, потому что она моя. И вторую находку, которую я хочу вам рассказать, это разукрашка, вот такая вот, называется «Романтика». На самом деле, есть много аналогов этому, такие как «Невероятный мир», «Раскрась город», «Великолепный океан», «Заколдованный лес», есть очень-очень много. Я решила не покупать сразу большую, но попробовать на маленькой. Это наше издательство, это издательство украинское. Они сделали вот такие вот тоненькие книжки в мягких обложках. Здесь вы можете видеть, есть тоже разные прикольные штуки, разрисовки. Я хочу попробовать, если мне понравится, если пойдет эта тема, то я куплю себе большую и буду разукрашивать ее дальше и больше. Но мне кажется, что это тоже послужит какому-то творческому развитию, творческому потенциалу, как минимум комбинирование цветов я смогу точно изучить. Потому что многие из вас знают, что я сейчас учусь рисовать, хожу на курсы. Пока я рисую только простые фигуры, типа конуса, куба, шара, но у меня недавно была первая акварель, и это очень круто. Также, если у вас есть тоже книжка Rexy's Journal или какая-то раскраска наподобие этого, напишите об этом в комментарии, можете прислать ваши фотки или ссылки на ваши странички, это очень интересно, очень прикольно. Возможно, я могу взять эту какую-то идею, использовать ее, если, конечно, вы разрешите это сделать. Также делитесь вашими впечатлениями, как вы пытаетесь развиваться творчески. Возможно, вы тоже рисуете, и мне интересно знать, чем вы занимаетесь,
какие у вас вдохновляющие вещи есть, или как вы расслабляетесь. Эта разукрашка очень классно помогает расслабляться и сосредоточиться, потому что здесь есть куча мелких деталей, и все нужно раскрашивать, и это очень мило, я считаю. Я вообще планирую раскрасить это и вырезать, и вставить свой тамблер старбаксовский и пить с него вот такую няшную красивую штучку. И надеюсь, вам понравилось это видео, оно было чем-то для вас прикольно, полезно. Если это так, то ставьте ваши пальцы вверх, подписывайтесь на канал. И пока-пока, до новых встреч!